Около сотни представителей самых различных ведомств, десятки единиц техники и оборудования можно было наблюдать в этот понедельник на летном поле аэродрома Змеева. Там прошел смотр сил и средств, которые будут задействованы при тушении лесных и травяных пожаров. Инспекцию проводили губернатор Игорь Руденя и начальник регионального управления МЧС. Сергей Николаевич уже 2 года как входит в добровольную пожарную дружину. Говорит, что надел вот такую боевку и шлем по зову сердца. Трава горит, люди могут загореться, дома могут, лес может загореться. Правильно. А зачем это надо? Надо тушить траву. А что используете? Какую технику? Воздуходуйки у нас есть. Что еще? Помпа. Пожарная машина у нас есть. Настоящая? Настоящая пожарная машина, да. Где взяли? ЗИЛ-131. Всего в регионе действует 201 добровольное пожарное формирование общей численностью более 900 человек. Помимо них, в этом году бороться с огнем в Тверской области будут около 2000 сотрудников различных ведомств и порядка 1000 единиц техники. Также в случае необходимости в работу могут быть вовлечены охотопользователи и недропользователи. Все они регулярно проходят обучение и инструктаж. Обучение в обязательном порядке проводится в учебно-методическом центре гражданской обороны в Тверской области. Данная работа организована с самым высоким уровнем. Всего на смотре было представлено свыше 60 единиц специализированной техники. Пожарных машин, беспилотников, снегоболотоходов и мотовездеходов, грейдеров и погрузчиков. Среди структур, которые приняли участие в мероприятии, ЛПЦ «Тверьлес», компании «Газпром газораспределение Тверь», «Упордор России», «Автодор», филиал МРСК «Центр Тверьэнерго», военное лесничество Минобороны и многие другие структуры. Глава региона остался доволен результатами инспекции, но при этом отметил важность работы с простым населением. Очень большая работа проделана в этом году по информированию нашего населения по недопущению палов травы и организации вот таких несанкционированных поджогов. Конечно, мы понимаем, что очень большое количество дачников, которые приезжают к нам на территорию, не имеют должного опыта обращения с огнем, с открытым огнем. Напомним, что благодаря мерам, предпринятым властями Тверской области, количество лесных пожаров за прошедшие 5 лет в регионе сократилось в 8,5 раз, с 36 в 2016 до 4 в 2020. Число возгораний на торфяниках уменьшилось в 3 раза, с 9 в 2016 до 3 в минувшем году.